Всем привет, друзья! Это озвучка 206 главы манги «Ван Панчмана». В предыдущей 205 главе Сайтама и Гару наконец-то встретились. И сейчас, в этой новой главе, мы узнаем, что было дальше. Но прежде чем мы начнем, хочу попросить вас подписаться на этот YouTube-канал и поставить лайк этому видео. И еще, в описании под видео будет ссылка на мою группу ВКонтакте и Телеграм-канал. Подписывайтесь, ибо YouTube, возможно, заблокирует, и если это случится, мы сможем там найти друг друга. Кстати, видео также буду загружать туда, так что обязательно подписывайтесь, друзья. Ну а с вами, как всегда, Аниманга, и мы начинаем. Не надо смотреть без подписки. Ты слышал мастера, так что подпишись, или я испепелю тебя. Ван Панчман, 206 глава. Плохое предчувствие. Горизонты сил, сотрясающие планету. Все герои С-класса валяются на земле. Даже в такой ситуации они не смогли ничего сделать. Полагаю, это значит, что они сдались. Теперь я без проблем стану абсолютным злом. Мой боевой стиль теперь совершенен. Мне больше нечего бояться. Хотя так не должно быть, но меня что-то гложет. У меня чувство, что я упустил что-то очень важное. А что же это? Не могу вспомнить. О, точно. Что случилось с водяным монстром? Кем ты пытаешься быть? А? Ты еще кто? Спрашиваешь, кем я пытаюсь быть? Еще один тупой герой отделился от спасательной операции. Следуй голосу своего сердца. Извини, старик. Я собираюсь сделать кое-что, что могу сделать только я. Я Гарроу, монстр. Я тот, кто погрузит человечество в пучины отчаяния. Тот, кто станет абсолютным злом и заставит всех людей почувствовать боль, на которую все эти герои закрывают глаза. А? Абсолютным злом? Ты злодей? Разве ты только что не спас вертолет от той многоножки? Ты даже разделил ее на две части крутым карате-ударом. Что с этим парнем? Он наблюдал за мной? Ха. Абсолютное зло, в конце концов, значит абсолютную силу. Мне нужны были свидетели, чтобы увеличить свое влияние. Я хотел показать пассажирам вертолета, что я сильнее любого героя или монстра. Смотри внимательно! В этот раз монстр победит! А? Если ты понял, то проваливай и подумай о смене профессии. Я не остановлюсь на ассоциации монстров. Ассоциация героев также будет уничтожена. Я заставлю весь мир осознать неоспоримость моей силы. У оставшихся героев будет только два выбора. Сдаться или выступить против меня и быть раздавленным. Хорошо, хорошо. Если ты не монстр, я ухожу. Ты вообще меня слушал? Я имею в виду... Веду, что ты даже не похож на монстра. Похоже, здесь я не нужен. Я пришел пожаловаться на шум, но мой дом взорвался, и теперь я пытаюсь найти свои вещи в этих волнах. Я сейчас готов планету разнести. Я думал выпустить пар на этом короле монстров и следил за тобой, потому что ты выглядел крутым и сильным. Но похоже, это не так. Мне нет дела, играешь ты в монстра или в героя. Просто не перестарайся, ладно? Увидимся. Что это за аура? Кто этот парень? Такое чувство, что я уже видел его раньше. Нет, не имеет значения, кто он. Эй! Ты что, не понял? Недооценивать абсолютное зло – это большая ошибка. Будет достаточно сломить его дух, не убивая. Ничего личного! А? А, извини, ты слишком быстро ко мне несся. Этот парень, он... Я вспомнил. А,
Гару, разве он не... Это тот загадочный сверхсильный лысый парень, с которым я встречался из раза в раз. Гигантское упущение. Я забыл о самой главной цели. Что ж, это была 206-я глава манги. Следующая выйдет через 2 недели. Будем ждать. Глава мне очень понравилась. В веб-манге было почти то же самое. То есть я про встречу Сайтама и Гару. Конечно, не прям так же, ибо в вебке Сайтама встретился с Гару, когда тот побил всех героев до единого. Никого не осталось на поле битвы. И лишь тогда Сайтама и появился. А тут, как мы видим, герои еще целы. Милая маска, стальная бита, мастер в майке и другие. Я не знаю, что задумал Мурата, но, как я говорил в прошлой части, думаю, Мурата придумает какого-то монстра, с которым оставшимся героям придется столкнуться, и как раз-таки от его рук они и падут, ну или Гару содействует этому. С каждой главой я жду не дождусь истории о власти и боге монстров. Очень надеюсь, что Ван и Мурата в скором времени расскажут нам эту историю. Насчет битвы Сайтама и Гару могу лишь сказать, что в веб-манге битва была не короткая, и что я лично очень надеюсь, что в манге Мураты они сделают их битву более масштабной. Что ж, обязательно напишите свое мнение в комментариях. Мне очень интересно, что вы думаете. Да, и еще, в прошлом видео я спросил у вас, хотите ли вы, чтобы я продолжил озвучивать мангу. И многие сказали да, так что я продолжу делать озвучку. Спасибо всем за поддержку. Ну а с вами был Аниманга. Всем пока.